Здесь Домбай. Ну, а примерно в эту точку мы поднялись. Асфальтовая дорога заканчивается вот здесь вот. Здесь заканчивается сам Домбай. И дальше минут 5-10 по довольно-таки не очень хорошей дороге. На машине туда лучше не проезжать, на такой. Придется идти пешком. Буквально минут 5 ходьбы на подъем. По этой дороге машины довозят до альп-лагеря Алибек, а наша тропа, вот она здесь, ориентир будет табличка. Вот она табличка, кругозор Семенов-Баши. Туда подниматься примерно 1,5 часа, 2 часа. Первая половина пути идет довольно-таки под небольшим уклоном. А потом уже будет круто. Не то, что круто на подъем, а круто по красоте. В самом начале подъема будет домик. Тропинка идет к этому домику. Она разветвляется налево и направо. Вам нужно будет направо и вверх. Тропинка достаточно обустроенная. Здесь вот все. Повалившиеся деревья пропиливают. Подъем высоты будет примерно около 400 метров, по-моему, если я не ошибаюсь. Сам Домбай находится на высоте 1600 плюс 400. То есть, когда закончится лес, вы окажетесь на высоте примерно 2000 метров. Это будет нижняя площадка, нижний кругозор. Еще выше есть верхний кругозор. Он на высоте, по-моему, 2700. Идем. Это хвойный лес. Здесь растут пихты. Некоторые из них достигают высотой 60 метров, а в обхвате больше метра. Это, по-моему, еще не такая большая. И еще один нюанс. Подъем лучше начинать пораньше, с утра. Потому что обычно в горах после обеда погода портится, идет дождь. И если уж вы задержитесь, то на всякий случай захватите дождевики. Тут столько цветов разных. Вот такие большие, огромные колокольчики я еще не видал. Когда поднимете сюда камней, держитесь правее. Недалеко от камней уже виден Домбай. Тяжело нам удалось этот подъем. Можно, конечно, и подняться повыше, но нам и этого хватило. Смотрите здесь как красиво.
Мы поднимались около 3 часов. Сейчас немного здесь полежим, отдохнем и будем спускаться вниз. Потому что по прогнозу, где-то примерно в час после обеда может быть дождь. Все снимаю, давай быстро. На нашей высоте тоже есть снег. Там дальше, ниже он уже растаял. А здесь пока лежит. Здесь вы можете... Здесь перед вашим взором открывается большинство. Домбай-Ульген, Пик-Ине, Джугут-Рулучат, Аманаус, Эрцог, Джалов-Чат, Сулахат и другие. Как же это запомнить? Это реликтовый мох. Говорят, он растет только в чистом воздухе, в чистых районах.